Школьник прочитал все ваши комментарии и выбрал вот этих ребят. Они были самыми быстрыми, оригинальные комментарии. Спасибо огромнейшее, делай так же. Дверь открой мне, я полетел. Ауч! Дверь мне запили! Чтобы тебя потом удобнее было вытаскивать. Видал? Ты не видишь меня. Ладно, переходим, короче, мы тогда к следующему раунду, вот, и погнали. Итак, у нас следующий раунд. В общем-то, ладно, эту тачку он-то спалил. О, а я нашел баг. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка, а также Донька, и сегодня 2D у нас будут играть в GTA 5. Кукусяндр? Да, ребята, а в общем-то, сегодня все та же суть, у нас 5 тачек, определенная территория, а вот, на которой я попытаюсь за 15 минут угнать эти автомобили. Моя задача угнать больше 3, и тогда я победил. Задача, собственно, копа не дать мне это сделать, как минимум, и, конечно же, поймать все эти тачки. А ваша задача помочь мне в этом, поставить кучу лайков. И давайте, ребята, прямо вот на этом ролике поставим, ну, 2000 лайков. Просто вот сейчас сверните полный экран режим, поставьте реально ваш драгоценный лайк, мне будет максимально приятно. Не забывайте писать комментарии, лучшие комментарии попадут уже в следующий ролик. Ну а мы начинаем готовиться. Давай. Итак, ребята, мы начинаем. Собственно, коп сегодня приготовился, таймеры запустил и спрятал тачки. Да. Какая у тебя будет тактика на сегодня, а, молодой мой друг? Тактика шмактика, братан. Не в зоне катаюсь, понимаю. Понимаю. Тактика уничтожения будет, братан. Тактика уничтожения. Угу. Ну, допустим, посмотрим на твою тактику уничтожения. И давай так, я тебе могу даже подсказать, братишка. Кое-что могу подсказать. У меня на номере 3 восьмерки. 3 восьмерки? 3 восьмерки. Номерок блатной. 3 восьмерочки. 3 семерочки. Угу. Допустим. Номерок блатной. Допустим, допустим, допустим. Слышь, ты, тебя расшатать? Кого ты там собрался расшатать? Ты лучше скажи, где тачки находятся. Понимаю, понимаю. Клади отсюда. Понимаю, я все понимаю. Да ладно. Так просто все. Так все просто, хочешь сказать, да? То есть вот тут ты спрятал тачку. Пока все на месте. Понимаю. Понимаю. Осуждаю я тебя. Осуждаю. За что ты меня осуждаешь? Просто так захотел я... осудить тебя. Hello. Я не твой браза. Я, конечно, все понимаю там, да. Hello. До свидания. А, hello. Что? Подожди. Да подожди. Hello. Да отпусти. Hello. Давай, о, до свидания. Да отпусти ты, я с тобой не дружу. Я не хочу вообще с тобой не дружу. Никаких дел иметь. Ты понял, да? Ты понял? Или не да понял? Я тоже как бы. Я с тобой тоже, братан, все нормально. Да? Иди отсюда. Уа, а, я не то хотел. Сам ты мяч для пинг-понга, ты. Мяч для пинг-понга, пинганутый. А, понимаю, оно вообще не быстро я. Он вообще овощ. Юра, блин. Подставил меня Юра сегодня. Меня Юра явно сегодня подставил. Ага, понимаю, братанчик. Да, да, все правильно. Да, да, да. Правильно, правильно делаешь, братанчик, правильно делаешь. Че ты не полетел? Я специально это сделал таким образом, чтобы ты, короче, ну да, понятно. Ладно. Я думал, я останусь, а ты такой, типа, улетишь, и все будет четко. А, не, я просто даже не хочу. Я даже на нем улететь не могу никуда. Забирай. Забирай эту тачку, она мне больше не нужна. Да, ребята, это очень овощной гелик. И его я, пожалуй, оставлю. Ладно, там были быстрые тачки, поэтому вернемся снова. Итак, дорогие мои, мы продолжаем. Кое-что надо убрать. А, да, я, пожалуй, вырежу то, что было до кадра, так сказать. А вот, чтобы никто ничего... не говорил. Ладно. Mm-hmm. У меня есть кое-какие предположения. Какие у тебя могут быть эти предположения? Пожелания. Втопили. Что случилось? А что делаешь? А ты где? Я? Ага. Не знаю.
Угу. Не знаю. А ты где? А где ты? Ну, я вот здесь. А где ты? О, хеллоу. Нормально. Ладно. Допустим. Да. А что делаешь? Пустим. Я? А что ты здесь делаешь? Тачки угоняю. Где? Юху! О! 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 Хорошо. Хеллоу. Я, пожалуй, понял. Ты поставил тачку так, что я... А, ну, сел. Ладно. Он сел. О, здорово. А я сюда. Я так... Так и было запланировано все правильно, что ехал на сюда. Да? О, ну да. Все, пока. Пока, привет, 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 пока. Вау. Видал, да? Диман. А потом вот так вот, да? Вот так вот видел, что могу, да? Вот так вот видел, что могу? А вот так видел, что могу? А вот потом вот так вот видел, что могу, да? Ты творишь, видел, что могу? Конечно, что ты творишь. А чё с тачкой не то? Подожди. Ну ты стрит-трукер, конечно. А, все, я качнул ее чуть-чуть, прости. Прости, потому что она какая-то была странная. Непонятная. Че, серьезно? Серьезно? Туфля, ты где? А, туфля? Сейчас найду тебя и отмудохлу. Отмудохлу? Каждый хочет меня найти, но никто не может этого сделать, прости. Как говорится... Скажи это налоговой службе. Ладно, тут да, тут они могут. Тут все понятно. Так, ладно. Допустим. А что, если не допустить? По поводу. Да без повода. По поводу, без повода, по поводу, по поводу. Так. Трыц-трыц, холодильник. Куда трыц-трыц, апельсинчик. Куда ж ты делся? Ты куда делся? Я? Я там, где ты меня никогда в жизни не найдешь. Куда делся? Угу. Прикольно. Угу. Прикольно. Ну, ладно. Что, потерял меня, да, все же, да? Да, потерял, да. Окей, хорошо, допустим, первая тачка мною приготовлена. А мы идем тогда далее. Ну что же, друг мой сердешный, где тачки? Скажи, пожалуйста. Слушай, ты немножко скажи, что мне надо с тобой делать. Еще одну тачку найти хорошую. Что же мне с тобой делать-то? Че притих? Понять и простить. А че притих? Понять и простить. А че не умираешь? Понимаю. Ты умираешь, а ты не умираешь. А ты засранец. Опа, видал? Видал, да? Видал? Спайдермен. Че могу? Спайдермен. Ты-ды-дын-дын, ты-ды-дын. Ты-ды-дын, ты-ды-дын. Дверь открой мне, я полетел. Ауч! Дверь мне запили! Чтобы тебе потом удобнее было вытаскивать. Вау! Видал! Ты не видишь меня. Ты не видишь меня. Ты не видишь меня. Я облачко. Я маленькое облачко! Ты меня не видишь? Ладно, нашел. Да отстань, отвянь ты от меня! Я в эту сторону хочу. Ё-моё, ё-моё, я понял, слишком это сложно, хочешь, тебе скажу. Это сложно, но возможно, наверное, только не в воду, знаешь, что сейчас будет, братан? Что будет? Знаешь, что сейчас будет? Будет вот этот полет, прыжок невероятной веры. Ага, невероятной веры? Невероятной веры, да, вера невероятная. Так, куда ж ты делаешь? Чё, как дела у тебя? И куда же ты делся? Ну, я думаю, что здесь будет неплохо. Да? И куда же ты делся? Ну, пока я не вижу тебя, самое главное. Ты что, ты приехал или еще нет? Да я пока еду. Ты едешь еще? Да. Я пока еду. Куда же ты едешь? От тебя подальше, туфля. А-та-та-тра-та-та-та-та-та-та. Мы везем с собой кота. Юрку-забияку, Доньку.
Да, Донька. Доньку. Да, Донька. Да, поехали. Да, Доньку. Тихо. Ю-ху-ху-ху! Отлично. Ёпта. Все просто отлично. Что такое? Стратеджи. Все не так просто, ведь, да? Какая стратеджи? Я понимаю, что все не так просто. Какая стратеджи? Все не так просто. Это все неспроста. Какая стратеджи, а? Да? Ладно, все, я готов. Все так просто. Осталось всего две тачки. Я на самом деле и не знаю, как их угонять. Да. Потому что что? Потому что правильно. Есть Донька Фуфел, который мне в этом, наверное, таки помешает. Ага. По времени 10-я минута идет уже. Да? Просто 10-я минута. Что происходит? О, хеллоу, братан. Я слышу... Братаны. О, катуха улетела. Гар. Понимаю. У кого-то катуха, у кого-то житуха. У братухи катуха. Ты полетел? Нет. Это не я. Да ладно, я. Да все. Да перестань. Давай, да перестань ты. Да перестань ты. Не трогай меня. Куда полетел? Куда полетел? Не трогай меня, молодой. Ну а? Не трогай меня, молодой. Опа, я спрятался. Видал? Видал, да? Да? Понял фишку? Понял. Ты фишку-то понял или нет, а? Сам ты петух, слышишь? Единственный петух, который летает, я понял. Я единственный в Диком Западе. Это что за гей-бар такой? В смысле? Ты офигел? Понимаю. Понимаю, братанчик, ты явно попал. Ты попал, я точно угоню все твои две тачки оставшихся, понял? Ладно, я понял, не, ну тут ты меня спалил уже сразу, тут надо валить. Ладно, переходим, короче, мы тогда к следующему раунду, вот, и погнали. Итак, у нас следующий раунд, и мы как бы готовы ко всему. А вот, и да. Ты что так, что ты ржешь? Ничего я не ржу. А ты что ржешь? Ты ржешь? Ты ржешь, я не понял. А ты что ржешь? Не понял. Понял. А я понял. Что ничего я не понял. А ты что-то понял, братан? Я нет. Что ты ржал, а что ты ржал, я вот не понял вообще. Братан, мальчуган, а? Братан, мальчуган, ты что-то понял или нет, а? Нет, ничего не понял. Вообще? Вообще ничего не понял. Вообще-вообще говоришь? Вообще-вообще, да. Угу. Ну это же только на руку мне. Ладно, пора тебе устроить пенетрейшн. Ты пенетратора нашел, да? Понимаю. Да. Ты залагал? Да. Ну охеренно. Я залагал. Охеренно. Ясно. Что такое? Я, короче, понял. Ну ты залагал, у меня стал на месте, я все понял. Серьезно? Да. Понимаю, но не понимаю одного. Ладно. Я кое-что знаю, братанчик. Я знаю все твои пароли. Я вижу ориентир. Я верю только в то, что Донька не спасет мир. На-на-на-на-на. Точно. Нанай. Во Фляндии, да. Тихо. Я знаю. Сам пароль. Ты во Фляндии. Димка тут вафля. Вафля. Ля-ля-ля. Туфель, ты где? А? Туфель. А ты где? А, я пытаюсь уехать от тебя, и это прям меня вообще не радует. Потому что что? Правильно, потому что перчик. Ну да. Так же, братишка? Да, все правильно. Не знаю, я потерял уже давно, на самом деле. Серьезно? Угу. Угу. Ну, допустим. Окей, остается не так много времени. Да ты какого хрена? Какого хрена происходит? Ты не видел? Я стоял с тобой рядом все это время.
Ты все... не видел? Нет, серьезно. Ну, не все время, а как ты просто ехал, я сел с тобой рядом. Я не заметил, я просто назад это все время Туфля, короче, все понятно с тобой, ребята. В общем-то, ладно, эту тачку он-то спалил. О, а я нашел баг. Я нашел баг в игре. Я провалился под текстуры. Ребята, вы знали? Посмотришь ролик. А мы отправляемся угонять последнюю тачку, потому что осталось всего 1.5 минуты. Ладно, осталось всего-то 30 секундочек. И проблема-то в другом. Мне просто сейчас прохожий показывает факт. За что? Можно вопрос? У меня уже вот на зеленой машине просто у меня какой-то этот триггер срабатывает. А я не зря, да, срабатывает триггер, я понял. Понимаю. А-та-та-та-та-та-та-та. Да я просто. Я просто первый попавшийся сел. Вот, и как бы получилось так, что получилось, все получилось, не получилось. Не знаю, получилось, не получилось. А почему он не ездит по тачкам? А почему по тачкам не ездит? Ну это прям обидно. А, я ни хера не видел, я включил вид от первого лица. О! 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 А ты там мне нравится! А, ты мне колесо пробил! Туфля! Серьезно! Нормально тебе, брат? А мне интересно, если колесо, короче, взорвет, что будет? Просто, ребята, а ты мне два колеса пробил. Давай узнаем. А, что? Что? Максимально странно, ну, типа, камон, ну, что мне делать? И что вот? И как быть? Почини, почини. Ну, ладно. Так, ладно, было принято решение починить тачку, потому что ты туфля позорная, понял? Еще раз взорвешься, я тебе побью колесо. Зачем? Понял меня? Потому что ты взрываешься. Не, не, давай договоримся, брат. Еще раз обзовешь, я тебе пробью колесо, обещаю. Давай договоримся, все. Пожалуйста. Еще раз обзываешь, я все пробиваю себе все, что можно пробить себе. Не надо мне ничего пробивать, слышь? Это такое себе, конечно. Далеко поехал-то. Какой себе поступок. Да подальше от тебя. Здорово. Далеко уехал. Видал? Здорово. О, видал, как могу? Здорово, видал, здорово, как здорово. Могу, да? Смотри, как еще могу. Джим. А! Ладно, не могу. Это я не могу. У-у-у, понимаю, братанчик. У тебя, походу, проблемы, да? У меня нет. Маленькие это проблемы. У тебя проблемы сейчас будут, братан. Не, у меня проблем нету по жизни. Я... та-та-та-та. Здоров, жив, цел, рад. И так далее. Чему рад? Чему рад? Всему, что происходит у меня в жизни. Как минимум то, что я сейчас угоню тебя на тачке. Ты меня уже спалил. Точнее, не нашел. Точнее, потерял. Отлично. Чего? Это не может не радовать, да? Что с тачкой вообще не то? Так, ну, так как я тебя... Точнее, ты меня потерял... А, понимаю. То, в принципе, можно прятаться в отстойнике, как бы, да? Да, братанчик, ты же не рядом где-то, да? Правильно ж? Ты все, ты типа спрятался? А, что нахер? Да, я спрятался. А серьезно? Ну, да. Это все? Я спрятался. Ну, ты знаешь, потерял. Где мои места? Нет? Ну, первый точно знаю. Вот. Смотри, прикол, короче, сейчас дверь закроется. Подожди, смотри. Дверь закроется, смотри, что могу. Я просто силой мысли ее сношу. Видал? А, прикол. Ну, это прикольно. Я вот просто из-за этого удивился. Да я знал, что ты меня, ну, как бы найдешь от Бугатти на такой тачке просто сложно уехать. Я, конечно, попытался, но все-таки не получилось. Так, а вторую знаешь где? Парковка. Ну, они в разных же местах, да, стоят машины? Не, в одной. Потому что красную я знаю, вот эту вот. А, вот а как ты ее спалил? Ты два раза сюда ехал, короче, я уже во второй раз просто стал это место исследовать. Она на самом деле хорошо спрятана как бы за кустами, на самом деле, да. Ну полная херня, здесь съезжая вниз, ее видно. Да. Знаешь, почему я тут ее оставил? Потому что у меня не было выхода, так как я бы не заехал, во-первых, на ступеньки, а во-вторых, я бы не, ну, я не смог пролететь вот здесь, понял? И поэтому я решил ее там оставить. А ты сказал, еще одна здесь? Да, я привез ее сюда же. Ну, найдешь, не найдешь? Ну, ее здесь нет, вот. Ладно, на самом деле она вот здесь, она за подворотней находится. Вот здесь спрятана, получается. Не там же, чуть-чуть не там же. Ну, почти не там же, почти там же. Ладно, ребята, сегодня я угнал просто все тачки. К сожалению, одну я угнал точно, которую ты не нашел, вот эту. Потом вторую, которую ты в туннеле спалил, когда сел в мою тачку, вот. Ну и третью на больших колесах я по-любому тоже угнал. Ты ее точно не спалил, вот. Успокаивай себя. Ну, а на этом будем заканчивать, ребята. Спасибо всем огромное за просмотр. Такая вот серия у нас получилась. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачки, и всем пока, друзья. Пока, ребят.